1 марта 1911 года состоялось первое выступление русского народного хора, созданного Митрофаном Пятницким. В первоначальном составе было 18 крестьян из Смоленской, Рязанской и Воронежской губерний. Чтобы артисты чувствовали себя на сцене буквально как дома, в малом зале Московского благородного собрания, где был организован концерт, выстроили деревенскую избу, соорудили печку, расставили лавки, чугунки и сундуки. В зале был аншлаг. Артисты исполнили 27 песен, пели их бесхитростно, как это было принято, в их родных деревнях. Публике понравилось. Свои восторженные отзывы о концерте оставили Шаляпин, Рахманинов и Бунин. В последующие несколько лет крестьяне периодически приезжали в Москву на гастроли и затем возвращались домой в деревню. Привезли участников хора на постоянное жительство в столицу лишь в начале 20-х, когда за один год они давали уже по 40-50 представлений.